На общегородском совещании, которое прошло сегодня на Калинина 4, руководитель администрации городского округа Химки Владимир Слепцов призвал ускорить работу по приведению к единому архитектурному стилю объекта торговли, в частности, нестационарные. Эту работу планируется завершить к 1 июня. Если человек готов все привести в соответствие, то с ним, наверное, нужно просто поговорить иначе. Или он приводит в соответствие, или он должен понимать, что его не будет. Вот я уверен, что если он поймет, что комиссии будет принято решение, его не будет. Я думаю, что он все благоустроит моментально. Традиционно на совещании выслушали обращения жителей городского округа, поступившие на открытый микрофон. Химчане задали вопросы по работе транспорта и благоустройству. По каждому из них руководитель администрации отдал все необходимые распоряжения.